Жители Токио вышли на улицы города, чтобы посмотреть марафон в последний день Паралимпийских игр. Даже дождь не стал помехой для зрителей. Служба полиции пыталась обеспечить социальную дистанцию в избежании новых случаев заражения COVID-19. Ведь японская столица борется с новой вспышкой пандемии. В целом на Паралимпиаде Токио 2020 было 5 марафонов. 2 для женщин и 3 для мужчин.